Пес Снежок, пожалуй, самый необычный постоялец муниципального приюта для животных. У щенка 5 лап, особенность рождения. Его нашли сотрудники во время отлова бродячих собак. Поймать щенка не составило труда. Пятая лапа мешает двигаться. У Снежка аномалия развития передней лапки. По результатам обследования уже будет понятно, какая нужна операция, насколько она сложная и где мы ее будем проводить. По предварительным данным, там вот эта лишняя лапа, она растет откуда-то из подмышки, и врач нам, рентгенолог, сказал, что, видимо, скорее всего, ее нужно будет удалять. Снежка возят на обследование в частные клиники. Оборудования в муниципальном приюте не хватает. Помогают и волонтеры. Гуляют щенком, привозят корма. У него травмированная эта лапа, и он ее бережет. Полноценно, как и здоровая собака, конечно, он бегать не будет. Но он все равно вес перераспределит, он приспособится. Он будет нормальная собака, но, естественно, не для улицы. Только ему один вариант — найти хозяина. История пятилапого щенка привлекла внимание Мичей в социальных сетях. В приюте надеются, что популярность поможет быстрее найти Снежку новый дом. Потенциальные хозяева уже дают о себе знать. Но главная задача сейчас — завершить лечение. Сотрудники приюта ждут результатов обследований. Следующий этап — операция.